Привет, вы на канале «Правильный выбор», в этом видео я расскажу вам о лучших OLED-телевизорах, обладающих широким функционалом и демонстрирующих превосходное качество изображения. В данный топ я включил 7 телевизоров с разной диагональю экрана и сейчас расскажу вам об их особенностях. Также я оставил в описании под роликом ссылки на специализированные ресурсы, перейдя по которым вы сможете сравнить стоимость этих телевизоров в различных интернет-магазинах. Буду рад, если это видео окажется полезным для вас и поможет определиться с покупкой. Также перед началом видео хочу напомнить вам, что на канале «Правильный выбор» регулярно выходит много интересных рейтингов и обзоров различных устройств. Советую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе их выхода. Ну и, конечно, не забывайте жать палец вверх и писать комментарии, ведь мне важно ваше мнение. Ну а я тем временем начну топ лучших OLED-телевизоров. Устраивайтесь поудобнее. Будет интересно. LG OLED 55 CXRLA. Это 55-дюймовый телевизор, который станет отличным приобретением для киноманов. Применяемые в нем технологии Dolby Atmos и Dolby Vision IQ создадут эффект присутствия, наполняя комнату, где установлен телевизор, объемным звуком и автоматически регулируя яркость, насыщенность и контрастность, что позволит полностью погрузиться в события, которые происходят на экране. Еще одна полезная технология, применяемая в этом устройстве, носит название OLED Motion Pro. Она устраняет размытость, поэтому вы сможете разглядеть все быстро движущиеся объекты в кадре, независимо от того, экшн-фильм это или спортивная трансляция. Любители игр тоже не останутся в стороне. Для них в этом телевизоре имеются специальный режим, поддерживающий видеокарты NVIDIA G-Sync, а также такие технологии, как ALLM и ARG. Благодаря им игровой процесс станет четче и плавнее, а задержек, лагов и мерцаний станет значительно меньше, что позволит быстрее реагировать на события в игре и одерживать победы. Из других достоинств этой модели стоит отметить огромный выбор видеоконтента в Smart TV, широкий угол обзора и возможность управления голосом. В общем, это отличный многофункциональный OLED-телевизор. Еще один 55-дюймовый телевизор от компании LG в нашем топе – OLED 55 GXRLA. В этом видео собраны все самые передовые технологии, чтобы зрители могли наслаждаться просмотром фильмов, телепередач и спортивных трансляций в высоком разрешении 4К с великолепной цветопередачей, контрастностью и яркостью под любым углом обзора. Телевизор поддерживает несколько форматов HDR и Dolby Vision, чтобы просмотр фильмов на нем был сравним по впечатлениям с посещением кинотеатра. Кроме того, с ним вы сможете насладиться звуком кинематографического качества благодаря поддержке Dolby Atmos. Также телевизор отлично подходит для воспроизведения игр. Поддержка ряда технологий, включая G-Sync, ALLM и VRR, обеспечит яркие впечатления для геймеров, позволяя наслаждаться красивой картинкой на экране и быстрее противников реагировать на события в играх, ведь время отклика у этого телевизора составляет всего 1 миллисекунду. Помимо фильмов и игр, этот телевизор отлично подходит для просмотра спортивных трансляций. Технология Motion Pro устраняет размытости во время активных действий спортсменов, а широкий угол обзора позволит наблюдать за состязаниями из любого уголка квартиры, что будет особенно актуально, если вы решите устроить просмотр большой компании. А еще этот телевизор предоставляет доступ к огромному количеству развлекательного контента через Smart TV. Плюс к этому его можно использовать как картину, что сделает его особым элементом интерьера вашей квартиры. Среди OLED-телевизоров компании Sony отличным приобретением станет модель KD55A8. Этот телевизор имеет 55-дюймовый экран, частота обновления которого 120 Гц, что позволяет добиться лучшей четкости деталей в особо динамичных сценах. Установленный в этом телевизоре процессор обеспечивает превосходную детализацию изображения и умеет масштабировать ролики в низком разрешении до качества 4К. Ну а добиться ярких и насыщенных цветов в каждом кадре позволяет фирменная технология 3 Luminous Display.
Она позволяет воспроизводить широкую гамму живых цветов, поэтому изображение на экране приобретает более реалистичные тона и оттенки. А еще этот телевизор может похвастаться технологией X-Motion Clarity, которая устраняет размытие в кадре. Помимо изображения превосходного качества, этот телевизор порадует своих владельцев еще и объемным звуком. Его обеспечивает технология Acoustic Surface Audio, благодаря которой звуки выходят не из динамиков, а со всей поверхности экрана, даря зрителям невероятные впечатления от просмотра. В сочетании с технологиями Dolby Atmos и Dolby Digital на таком телевизоре можно будет добиться ярко выраженного эффекта погружения, как будто вы находитесь в кинотеатре. В общем, если вы ищете многофункциональный телевизор с большим экраном, хорошей акустикой и превосходным качеством изображения, стоит обратить внимание на эту модель. Еще один представитель компании Sony в нашем рейтинге — телевизор KD55AG9, получивший 55-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц. В нем установлен мощный процессор, работающий над масштабированием изображения с низким разрешением, значительно улучшая качество. А фирменная технология 3 Luminous Display позволяет воспроизводить широкую гамму живых цветов, поэтому изображение на экране этого телевизора приобретает более реалистичные тона и оттенки. Кроме того, этот телевизор воспроизводит яркие и насыщенные цвета благодаря таким технологиям, как Pixel Contrast Booster и Leaf Color. А добиться плавности динамичных сцен фильмов, игр и спортивных трансляций позволяет технология Motion Flow XR. Помимо изображения превосходного качества, в этом телевизоре стоит отметить мощную акустическую систему, избавляющую от необходимости покупать дополнительные колонки. Акустика этого телевизора состоит из динамиков общей мощностью в 60 Вт, которые обеспечивают многомерный окружающий звук, который дарит незабываемые впечатления во время просмотра фильмов. Ну и, конечно же, в телевизоре имеется поддержка Smart TV, которая откроет доступ в онлайн-кинотеатр и позволит устанавливать игры и приложения на любой вкус и выходить в интернет без использования компьютера. Владельцы этого телевизора высказываются о нем строго положительно, отмечая реалистичное изображение и качественный звук. Ну а сравнить стоимость всех телевизоров, попавших в этот рейтинг, вы можете прямо сейчас, перейдя по ссылкам, оставленным в описании. Если 55-дюймовая диагональ экрана вам маловато, то стоит обратить внимание на 65-дюймовый телевизор LG OLED 65C9 MLB с частотой обновления 120 Гц. Он имеет очень тонкие рамки и помимо технологии OLED может похвастаться режимом Filmmaker Mode, который отображает на экране фильмы в том виде, в котором его задумывал режиссер. А благодаря технологии Dolby Vision IQ яркость, насыщенность и контрастность экрана этого телевизора интеллектуально регулируется в зависимости от жанра и условий освещения. Кроме того, этот телевизор имеет поддержку технологии Dolby Atmos, которая создает эффект погружения в звук, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра. Так что владельцы этого телевизора смогут наслаждаться просмотром фильмов, сериалов, телепередач, спортивных трансляций и другого контента с реалистичным изображением из любого угла комнаты. Ведь у данной модели еще и широкие углы обзора. Ну а любители видеоигр по достоинству оценят время отклика всего в 1 миллисекунду и поддержку NVIDIA G-Sync. Данная технология уменьшает лаги и мерцание, увеличивая шансы игрока на победу. Те, кто уже приобрели такой телевизор, высказываются о нем только положительно, и каких-либо существенных недостатков он не имеет. Так что могу смело рекомендовать вам его. Следующий герой нашего топа — LG OLED 65WX9LA. Этот телевизор имеет 65-дюймовый экран с частотой обновления в 120 Гц и позволяет добиться идеальной яркости, контрастности и цветовой насыщенности для того или иного видеоконтента, которую ему обеспечит технология Dolby Vision IQ. В сочетании с технологией Dolby Atmos, которая создает объемный звук, такой телевизор станет отличным вариантом для домашнего кинотеатра, позволяя наслаждаться просмотром фильмов с ярко выраженным эффектом присутствия. Такой телевизор понравится не только киноманам, но и любителям спортивных трансляций,
Технология OLED Motion позволяет увидеть все быстрые и малейшие движения каждого игрока на экране без размытостей. Ну а геймерам такой телевизор обеспечит практически мгновенный отклик в 1 миллисекунду и раскроет весь потенциал игровой графики благодаря поддержке технологии GG. А установленное на это устройство Smart TV откроет огромное разнообразие интернет-контента, и каждый сможет найти развлечение себе по вкусу. В общем, если вам нужен многофункциональный OLED-телевизор с диагональю экрана 65 дюймов, то стоит обратить внимание на эту модель. Завершает наш топ 77-дюймовый телевизор LG OLED ZX9LA. С этим телевизором вы сможете наслаждаться просмотром видео в разрешении 8К. Контента в таком разрешении пока что немного, но телевизор умеет масштабировать изображение Full HD до разрешения 4К. Ну а 4К контент, соответственно, превращается в 8К. Так что происходящее на экране вы сможете рассмотреть в мельчайших подробностях. За качество изображения можно не переживать. Более 100 миллионов самоподсвечивающихся пикселей в этом телевизоре обеспечат идеальный черный и более выраженные другие цвета. А технология Dolby Vision IQ автоматически настраивает оптимальные параметры воспроизведения, регулируя яркость и контрастность, делая цвета насыщенными и реалистичными. Также у этого телевизора есть поддержка технологии Dolby Atmos, которая позволяет получить объемный звук, помогающий создать эффект присутствия и полностью погружающий в происходящее на экране. А еще в этом телевизоре есть игровой режим с кучей настроек для комфортной игры и быстрой реакции на события, происходящие на экране. Да и вообще производитель внедрил в эту модель все свои самые передовые технологии. Так что если вы хотите телевизор, транслирующий изображение в разрешении 8К и который долгие годы будет обладать передовым функционалом, то рекомендую обратить внимание на эту модель. На этом, дорогие зрители, у меня все. Напишите в комментариях, какой из представленных в рейтинге телевизоров вы бы купили себе домой. Напомню, что сравнить их стоимость вы можете по ссылкам, оставленным в описании. Ставьте лайк, если вам понравился ролик, а также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Правильный выбор».